активировать сверхсветовое перемещение. Есть. Ключ на старт. Капитан Ферренс Тигра вызывает командора. Соединяй. Капитан, Тигр совершит прыжок за пределы зоны боя. Подойдет возмездие, будем держать позицию и ждать ваших. Удачи. Отбой. Вперед, капитан. Прыжок. Даю сигнал. Старт через 3, 2, 1. Горит процессор, третий сектор. Статус? Точность положения 0,97. Точность корпуса нарушена. Шансы есть, Крок? Я нас вытащу. Идет ровненько. Конец маневра. Вот через 3, 2, 1. Потушить пожар! Да, мэм. Есть, лейтенант. Капитан, Тигр готов к поддержке с воздуха. Сразу, когда капитан будет готов к высадке. Тигр ожидает сигнала, поспешим. Крок, бери управление. Есть, сэр. Лейтенант, капитан, пройдемте в арсенал. Почему командует сержант Амар? Это совместная операция, Солт. Он старший десантник на борту. Он нарушил субординацию. Не принимай близко к сердцу. Мичман Гриф ожидает вас обоих в арсенале, капитан. Гриф? Лейтенант. Я прибрался тут как мог, пока ждал, когда пожалует капитан. Это все тот же я, Гриф. Кстати, о переменах. Выбирайте снаряжение, сэр. Это Волк, Гриф? Энергетическая. Только что получил схему и сразу распечатал. Серьезная пушка. Так в чем цель? Подкрепление в лунный порт. Тогда берите что-нибудь энергетическое, чтобы легко справиться с ботами СДФ. Еще есть разные модули к нему. Что-то интересует? Осталось выбрать снаряжение. Есть и добрые осколочные гранаты, но есть и штучки покруче. Ищейки, и все для взлома. И не подумаю. Задайте им жару, сэр, мы прикроем. Нам пора двигать, Рейс. Не хочу, чтобы нас пришлось ждать. Опережать их на шаг, Рейс. Все это совершенно не по уставу. Их больше, но мы умнее. Давно ли мы до такого дошли? Час назад. Внимание! На земном соединении прибыть на колодезную палубу. Повторяю, на земном соединении. Поехали дальше. На колодезную палубу. Гибсон. Командир. Предпочел бы остаться лейтенантом. Нет, сэр. Ты создан для этой роли, Рейс. Холдер пусть спит спокойно. Что в ангаре? Порядок. Работа кипит. Итан, ты отправишься с нами. Так точно, сэр.
Капрал Брукс вас подготовил. Капитан Рейс, лейтенант, понадобятся реактивные ранцы. Спасибо за заботу, капрал. Остынь, Сол. Да я как лёд. Говорит старший лейтенант. Всему персоналу приготовиться к проведению работ на колодезной палубе. Для чего эти ранцы, мэм? Чтобы прыгать и бегать по стенам. Для условий невесомости. Разве ты не знал, Итан? Знал, капитан. Но голос лейтенанта меня успокаивает. Все на борту, сэр, лейтенант. Все в норме, Томас. Право один, слева сзади. Штаб, сержант. Вот он, рядовой, грузите. 18, сэр. Плюс наши офицеры. И этот парень. Зачем ты здесь, дрон? Приказ капитана, штаб-сержант. И я бот, а не дрон. Но неплохая попытка пошутить, сэр. Не сэркай мне, я простой солдат. Уймите бота, капитан, пока я его не вышвырнул. Я им не верю. Это не обязательно, штаб-сержант. Итан, хватит. Есть, сэр. Все вездеходы заняты. Не проблема, рядовой. Он постоит. Давай, Итан, держись крепче. Да, мэм. Грузимся. Отойди, робот. Внимание на экраны! Слушать, пока не поздно! Штаб-сержант! Противник окружил лунный перевалочный порт. Возмездие забросит им на помощь две группы. Альфа и Браво. Один и два. Главная задача — вернуть ЮНС-апорт. Ура! Ура! Надеть маски! Тигр главный, как слышите? Хорошо, готовы? Так точно. Мы под плотным огнем, сэр. Надо срочно входить. Открыть колодезную. Внимание, выходим. Мы готовы, Крош, начинай. Выпускай. Альфа-бас бит. Браво на месте. Альфа-1 на месте. Крок, уходи, живо. Перехожу в режим ожидания. Терминал к северу от вас. Итан, мне не нужны твои координаты. Контакт. Он у меня! Займите! Браво, уходите вправо! Принято, добрый ход! Альфа идет под огнем! Держись! Держись! Итан, ты как? Превосходно, сэр. Вы просто ад, сержант. Не лезь ко мне, Итан. Экипируемся и берем терминал. Загоним СДФ туда, откуда вылезли. Сектор отцеплен. Аварийный шлюз открыт. Вот и точка входа. Заходим. Вот и гравитация. Кислород есть. Здесь маски. Выход. Терминал будет изолирован. О, боже. Немедленная эвакуация всего персонала. Зачем? Внимание! В связи с чрезвычайной ситуацией терминал будет изолирован. Внизу все перекрыто. Не пройти. Пойдем на второй. Выдвигаемся. Направляйтесь к ближайшей зоне эвакуации. Убейте всех внизу. Прошу! Нет! Они стреляют в гражданских. Первый этаж. Проходим через терминал и движемся к грузовому борту.
противника! Первый этаж! На 12 часов! Опускаются!